Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенка. Глядіть у гэтым выпуску. Агульная працягласць 207 кілометраў. Максімальны аб'ём перапампоўвання 6 мільёнаў тонн нафты за год. Распачалося будаўніцтва новага магістральнага нафтаправода «Гомель-Горкі». Па выніках трох кварталаў паказчыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна разгледзелі на пасяджэнні аблвыканкама. Лепшы экспарцёр 2019 года. 8 прадпрыемстваў в области сталі лаўрэатамі рэспубліканскага конкурсу. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Новы крок у развіцці нафтавай прамысловасці. Распачалося будаўніцтва магістральнага нафтаправода «Гомель-Горкі». Праект сапраўды маштабны, яго ўрачыстае адкрыццё не засталося без увагі не толькі кіраўніцтва вобласці, але і краіны. У чым значнасць будучага нафтаправода, даведаўся Мікалай Скінціян. Працягласць будучага нафтаправода 207 кілометраў, магутнасць 6 мільёнаў тонн нафты ў год. Гомель Транснафта Дружбы рэалізуе праект за ўласныя сродкі, а гэта 300 мільёнаў беларускіх рублёў. Па словах намесніка прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь Юрыя Назарова, вартасць даволі невялікая ў прамысловых маштабах, але гэта зусім не прымяншае важнасць праекта. Старт яго рэалізацыі планавалі на 1 лістапада, але атрымалася пачаць работы нават раней. Ніякіх перашкод для ажыццяўлення ідэі няма. На ўрачыстым адкрыцці ганаровыя гості цалкам пераканаліся. Працэс запушчаны. Нават асабіста паўдзельнічалі ў арбітальнай зварцы. Такі спосаб дазваляе ўсё зрабіць максімальна якасна. Пасля завершэння работ аўтографы на першым зварачным шве. Кіраўніцтва вобласці і краіны прызнае, праект у чымсьці гістарычны. А вот здесь они не только сотрут. Ни в коем случае. Можно пробовать, чем хотите, не стерется. Гомель-Горкі дапаможа аб'яднаць магістральныя нафтаправоды Унеча-Полацк і Унеча-Мазыр-Адамава. Гэта дазволіць перапампоўваць сыравіну паміж беларускімі нафтаперапрацоўчымі заводамі і дастаўляць нафту на аб'екты з альтэрнатыўных напрамкаў. Акрамя таго, фарміраваць яе стратэгічныя запасы. Мы к 25-му году увеличим резервуарный наш парк почти до миллиона, а миллион это почти непрерывная работа месячная двух наших НПЗ. И вот эта наша, ну так называемая перемычка, вот эта, да, между двумя ветками нефтепровода «Дружба», позволит нам очень оперативно и быстро связывать, перебрасывать потоки нефти. Вот как минимум между этими двумя крупнейшими резервуарами. Вот што это даю. Адна з асноўных мэтаў нафтаправода «Гомель-Горкі» – дыверсіфікацыя паставак сыравіны. Улады падкрэсліваюць, надзеі на праект вялікія. Мікалай Скінціян, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Знешнеэканамічная дзейнасць, будаўніцтва жылля і новыя інвестыцыйныя праекты. Сёння на пасяджэнні гомельскага аблвыканкама абмяркоўвалі вынікі сацыяльна-эканамічнай дзейнасці рэгіёна за 9 месяцаў і ўдакладнялі планы. Дмітрый Котаў з падрабязнасцямі. Шэраг даведзеных рэгіёну заданняў па выніках работы за 9 месяцаў аказаўся невыкананы, у прыватнасці па экспарце тавараў і паслуг. Прычыны аб'ектыўныя. На знешнеэканамічную дзейнасць у першую чаргу паўплывала пандэмія каронавірусу. Многія гіганты прамысловасці значна знізілі экспартныя аб'ёмы. Зараз неабходна шукаць новыя кантракты, больш актыўна працаваць на тэрыторыі краін Еўразійскага эканамічнага саюза і далёкага замежжа, але пры гэтым большым удвая перавыкананы паказчык па прамых замежных інвестыцыях. Увогуле, у трэцім квартале адзначана станоўчая дынаміка. У бліжэйшы час яе неабходна захаваць. Если по итогам полугодия объем валового регионального продукта был 97,5, то за этот квартал мы добавили нарастающим 1,5% и вышли на показатель 99. Сельское хозяйство сработало выше 100%. Строители поддержали Гомельскую область, объем строймонтажа 113%. На 3% увеличился объем промышленного производства, уже 97%. Поэтому стоит задача, чтобы эту положительную динамику сохранить и по концу года выйти на уровень не ниже прошлого года. Адна з самых пазітыўных тэндэнцый у будаўнічым сектары. У прадпрыемстваў гэтай галіны таксама не ўсё добра з экспартам, затое хапае працы на тэрыторыі рэгіёна. Большым на 10% перавыкананы паказчык па агульным уводзе жылля. Уласнымі квадратнымі метрамі абзавяліся каля 1600 шматдзетных сем'яў. Гэтае заданне выканана. А ўвогуле па выніках 2020 года наваселле на Гомельшчыне справіць каля 2000 сем'яў. Пры гэтым будаўніцтва вядзецца з улікам таго, каб захаваць працоўныя кадры ў сельской мясцовасці. Мы сегодня строим, значит, жилье и как в райцентрах, и также и на сельских населенных пунктах. Такая задача стоит, поэтому данный вопрос, если стоит
скажем так, выезда этой семьи из села в райцентр, мы прорабатываем все с райисполком, с председателем исполкома. И отрабатываем точечно. И видим, чтобы оттока кадров не было из сельских населенных пунктов. Так само под час посяджения закранута тема наступной пятигодки. Размова про реализацию новых инвестиционных проектов. Некоторые из районов почали выказывать пропановым. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». І у працяг теми знішньоекономічної діяльності. Під час посядження облвиконкама відбулася церемонія узнагороджування лауреата у республіканського конкурсу «Лепший експортер». Відповідне посвідчення отримали 8 представників Гомельської області. Подробязності у наступному сюжеті. Серед лауреатов республіканського конкурсу «Лепший експортер» – Гомельський хімічний завод. Предприємство – одно з лідерів нафтохімічної промисловості країни. Завод спеціалізується на випуску фосфороутримлюючих удобрень, а так само продукції неорганічного синтезу. Експорт товарів – у ліку пріоритетних напрямків. У структурі реалізації виробляємої продукції він займає коля 70%. Географія поставок налічує 15 країн. Основні партнери – Україна, Польща, Литва, Латвія і Естонія. Штогод на предприємстві ставят задачу освоивать новые рынки. Летость первые партии были накированы для споживцов Канады и Таиланда. В прошлом году мы достигли отметку в 200 миллионов долларов экспорта. Для нас это абсолютный рекорд, потому что ранее, конечно же, мы шли к данной цифре, но тем не менее, как раз таки 2019 год для нас был наиболее удачным. К слову сказать, что из года в год мы экспорт наращиваем и за последнюю пятилетку увеличили порядка 30%. Конкурс «Лепший экспортер» проводится у нашей краине на протягу 15 годов. С каждым разом, отмечают организаторы, конкуренция узрастая. Летость у финальный этап вышли 167 предприемств. Переможцами у своих номинациях стали 5 представников Гомельской области. Химичный завод, БМЗ, Светлогорский ЦКК, буровая компания «Дельта» и товариство с обмежеванной отказностью «Терра Моторс». Речицкий метизный завод, предприемство «Гомельшкло» и ГДУ имя Франциска Скорины отзначены за охвочвальными грамотами. Да, Гомель была на передовых позициях и по объему экспорта, и по объему экспорта на одного работающего в аграрном секторе. Всегда такая гомельская аграрно-промышленная агломерация – это огромный кусок нашего экспорта. Поэтому и сейчас предприятия, которые выиграли в престижных номинациях – металлургия, нефтехимия, сфера услуг, частное предпринимательство на экспортном направлении – это, конечно, достижение и это показатель того, что предприятие и развитые, инновационно развитые, используют новые технологии. И люди, которые работают на предприятиях, умеют продвигать продукцию. Сегодня на территорию амаль у 180 краин поступает продукция под брендом «Зроблена у Беларуси». Как означали организаторы конкурсу, экспорт – это то, что у первоважной большинстве забеспечивает социальную сферу, державное будовництво и сприяет повышению сусветного имиджа нашей державы. Что тычется предприемства региона, по словам старшиня облвыконкама Геннадия Соловья, им еще есть над чем працевать. Резервов для росту шмат. Дмитрий Котов, Ганна Кральчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Як виховати у молоді любов до родими і з якого взросту необхідно починати цю роботу? Сьогодні у Гомелі пройшла діалогова пляцовка, присвячена питанням молодіжної політики. З агучаними думками і пропановами ознайомилися наші кореспонденти. Державная молодежная политика у Беларуси існавала заўсёды, але час примушая уносить у яе коррективы. По великим рахунку, сучасная молодь достатково значно отрознивается от своих батьков, которые у их узросте нават не здогадывались об основании интернету и социальных сеток. Подчас диалоговой пляцовки гучить пропанова о проведении науковых доследований у галине сучасной молодежной проблематики с выкарыстанием сусветных методик. Плюс больше активно распавсюживать уласные напрацовки, причем починать работу с молодью необходимо еще на узровне мало. Лучших классов. Это всегда нужно быть в тонусе. Молодежь всегда идет в ногу со временем, и время вокруг нас меняется, да, как мы уже говорили, те же новые технологии, да и вообще молодежь всегда смотрит на вещи по-своему и создает что-то новое. А главное, что она хочет создавать. Вопрос в том, чтобы давать молодежи возможность не только реализовывать то, что уже придумали, но и возможность придумать самим, спросить, чего хотят они, потому что часто это приводит к прогрессу.
Октябрунок, пионер, комсомолец. У часы Советского Союза існавала эффективная система выхования молоди. Магчыма, сегодня есть необходимость адаптовать попередний опыт до сучасных реалий с уликом потреб молодых людей. Иншая справа, что далеко не все претенденты на лидерские позиции отповедают необходимым потребованиям. Для того, как размовлять с молодью на ее мове, необходимо не только ее разуметь, але и володать сучасными технологиями. Для того, чтобы работать с молодежью, как мне кажется, нужно говорить с молодежью на одном языке. Я всегда привожу в пример Александра Васильевича Маслякова. Александру Васильевичу уже больше 75 лет, но тем не менее он находит какой-то общий язык с молодежью только потому, что по большому счету он всегда старается идти в ногу со временем. Он там завел себе Инстаграм, он как-то так внимательно следит за тем, что происходит в жизни веселых и находчивых. Это позволяет ему достаточно эффективно и хорошо взаимодействовать с теми молодыми командами, которые приходят играть в телевизионный КВН. У державной молодежной политики дробязев не бывает. Оказать негативный уплыв на идеи на патриотичное выхование могут разные факторы. Для тех же школьников это возможность реализации своих идей, для студентов перспективы працеуладкования и карьерного росту. Нельзя сказать, что на Гомельщине мало робится. У якости становчего прикладу деятельность Рижского военно-патриотичного центра специальной подрыхтовки до призывной молоди «СКИФ». Поветрано-десантная, водолазная и огневая подрыхтовка, штурмовый альпинизм, рукопашный бой. Такая работа с молодыми людьми у Беларуси не проводится больше нигде. Специальную премию президента за духовное одраджение можно лишить лепшей оценкой деятельности Центра по патриотичному выхованию. С молодью необходимо прасовать, причем профессийно. Настолько много активных молодых людей, которые на сегодняшний день, которым не все равно, которые на сегодняшний день в постоянном поиске. Они и к нам приходят в главное управление. Мы постоянно имеем костяк активных молодых людей, которые сегодня учатся и в школах, и в среднеспециальных, профессионально-технических, высших учебных заведениях, которые работают сегодня на предприятиях, которые постоянно в авангарде, и они всегда с какими-то идеями. Молодежи много, но с ней надо работать. Поэтому, возможно, сегодня пришло время говорить о том, чтобы все-таки должны быть четко определенные, выделенные структуры по работе с молодежью. Это может быть как соцзаказ, это может быть как грант, как угодно, но сегодня молодежь надо формировать. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадо компания Гомель. Да інших тем. За 9 месяцев этого года на территории Гомельской области отбылось 115 пожаров по причине несправности печного отепления, у яких 4 человека загинули. У жнивні зарегистрированы 4 пожары, у вересні 10. С метой предухиления трагедии супрацовники МНС регулярно проводят профилактичные спецмероприемства. Стан печного отепления проверяется каждый год перед початком сезону. Уладальники домов, как правило, подтримливают печи в належным стане. Однако дробные порушения все ж таки выявляются. Работники МНС делают акцент на установку притопочных листов згодно с нормами пожарной безопасности. И амаль у каждом рейде выявляются отмовные приклады. Приватные подворки, захламленные сметем и будовничими материалами, макулатура на притопочном листе, отсутности повещальника. При подрыхтовце до зимы в Гомельской области что года обследуется больше как 70 тысяч домов с печным отеплением. На сегодняшний день спасатели прибегают ко многим способам для того, чтобы обезопасить наших граждан. В преддверии отопительного сезона, конечно, прибегают спасатели и к старым проверенным методам. Это посещение домовладений, рассказывание, проверка печного отопления, рассказ гражданам, инструктирование и их по правилам пожарной безопасности в своих частных домовладениях, а также подходят к различным креативным способам. Это такие способы, как написание писем нашим одиноко проживающим гражданам, пенсионерам, куда прилагается инструкция по правилам пожарной безопасности, и нашим пожилым гражданам рассказывают, как необходимо вести себя в той либо иной ситуации, а также как сделать свое домовладение безопасным и подготовленным к отопительному сезону. По каждому недохопе, выявленным при проверке, принимаются конкретные меры. Выносятся рекомендации, накировывается информация родным уладальников жилья, а так само организациям по опошним месцы працы. Гэта и а так само іншыя новины, информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrhomel.by. На этом выпуск завершены. Всего доброго и до новых встреч в эфире.
Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. На пожаре в Лоевском районе работниками МЧС спасено 6 человек и эвакуировано 3. Вчера около 10 вечера на пульт дежурному поступило сообщение, что в жилом доме в деревне Убарока горит квартира на первом этаже. По прибытии спасателей из задымленного помещения были эвакуированы хозяин квартиры и его супруга. Обоих передали работникам скорой медицинской помощи. По итогам реанимационных мероприятий медики констатировали смерть пострадавшей женщины. Многодетную семью с верхнего этажа удалось спасти. При помощи лестницы вниз спустили супругов и их 3 несовершеннолетних детей, младшему из которых 2 года. Причина пожара устанавливается. Основная версия – неосторожное обращение с огнем при курении. В Гомельском районе произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Накануне примерно в 20:10 31-летний мужчина, управляя автомобилем Ford Focus и двигаясь по автодороге Новобелица-Чонки-Борец, неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные и метеорологические условия, а также состояние проезжей части дороги, вследствие чего не справился с управлением, съехал в кювет, где и опрокинулся. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не был пристегнут ремнем безопасности. В результате дорожно-транспортного происшествия водителя госпитализировали в торакальное отделение областной больницы. В Гомеле задержаны оптовики, дилер интернет-магазина по продаже психотропов. Сотрудники наркоконтроля провели операцию по выведению из незаконного оборота крупной партии наркотиков. 16 октября в Гомеле задержан неработающий 43-летний ранее судимый за кражу местный житель, который является оптовым поставщиком интернет-магазина по продаже наркотиков. В ходе личного обыска у него нашли 2 свертка с кристаллическим порошкообразным веществом, а дома – весы, изоленту, полиэтиленовые пакетики для фасовки, респиратор и уже расфасованный на мелкие партии запрещенный товар. На следующий день оперативники вышли на розничного курьера. Неработающий 22-летний житель областного центра, ранее судимый за распространение наркотиков, был задержан, когда пытался забрать оптовую закладку в одной из деревень Гомельского района. В его доме также нашли готовую для употребления смесь. Это пара метилэфедрон общим весом почти 250 граммов. По факту незаконного распространения наркотических средств возбуждено уголовное дело. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Влада Васильева. Здравствуйте. Завершились поединки 5-го тура мужского чемпионата Беларуси по баскетболу. Гомельские «Рыси» принимали на своей площадке могилевский «Тор» «Борисфен». Равной игры не получилось. Гомельчане проиграли все 4 матча. Итоговый счет 44-95 в пользу «Борисфена». Самым результативным игроком в стане гомельского клуба стал Веревкин. У представителя Могилева Мак Брайер. Сыгранные поединки четвертьфинала Кубка Беларуси по волейболу. Жемчужина Полесья не смогла пробиться в полуфинал, уступив в ответном матче гостям из Гродненского коммунальника со счетом 2-3. Лучше дела обстояли у Гомельской энергии. Представители областного центра одержали победу в первом матче 1-4. В гостях они обыграли столичный «Мопит» 3-0. В Гомеле завершилось традиционное городское первенство по волейболу среди женских команд. Бронза досталась спортсменкам из команды «Гомельчанка». Золото разыгрывали «Старс» и многократно действующий чемпион ВСЗ. По итогам турнира спортсменки вагоностроительного завода подтвердили звание сильнейшей команды со счетом 3-0. Вот этот наш костяк, и мы постоянно вот им играем. Но мы сейчас приехали вообще с чемпионата Беларуси по железной дороге. Мы, кстати, тоже там первые. Уже 2-й или 3-й год подряд, честно, не помню. Мы тоже показали там высший класс. Ну, мы стремимся только первые места занимать. То есть вот наша цель – идем на первое место, и все. Мы стараемся, отрабатываем все свои моменты. Первенство города – это любительский турнир. Количество команд ежегодно меняется. В этом году за кубок боролись 12 дружин. С каждым годом больше участников. Ну, скажем, по уровню. Вы же видите, как у нас, как и возрастные, так и молодежь участвуют. В одних командах они играют с опытными игроками, так и молодежь. Уровень, конечно, из года в год поднимается. Мы стараемся помогать всячески развитию волейбола любительского. Бычане сыграют предстоящий поединок 8-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Было принято решение отменить встречу железнодорожников с мини-футбольным клубом «Охрана Динамо». Матч перенесен на более поздний срок из-за вспышки COVID-19 в стане гомельчан. За информацией о турнирах следите в группе МФК БЧ.
Мальчики младшей возрастной категории завершили свое выступление на областном этапе соревнований среди детей и подростков «Кожаный мяч». За награды боролись спортсмены из Гомеля, Жлобина, Хоников, Житковичей и Калинковичей. По итогам выступления этой группы третье место заняли футболисты из Брагина. Второе – у сборной Гомельского района. Золото завоевала команда из Лельчиц. Она и отправится на финал, который пройдет в Минске в ноябре. В Гомеле проходит открытый чемпионат и первенство Гомеля по стрельбе из лука. В турнирах участвуют юноши и девушки. Стреляют две категории – младшие спортсмены до 2005 года рождения и старшие от 2004 года рождения. Для атлетов постарше эти соревнования станут отборочными на республиканскую спартакиаду, которая пройдет в конце ноября в Бобруйске. Достаточно сильные юниоры у нас, мальчишки 2000 года, 2002 года. Мальчики по итогу прошлого года по сезону первыми номерами были по республике, то есть мастера спорта наши, участники чемпионата мира, Европы у нас. А на этом пока все. С новостями спорта познакомила Влада Васильева. Оставайтесь на «Беларусь-4».